Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайков Гейм и добро пожаловать на прохождение Растений против зомби 2. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, и сегодня будет у нас пляж большой волны. Новый уровень, новый мир. Так, я уже даже нажал. Вчерасик мы с вами вчера прошли. Вот, и сегодня будет пляж большой волны. Замечательно, замечательно, усаживайтесь. Всем приятного просмотра. Так. Ну, я так понял, это водный мир. Это, типа, обычный наш водный мир из первой части. Ты такой, эй, чувак, это же из первой части. Да, да, чувак, это рэпчик. Так, чё, какой? За 50 солнца или за 75? Что лучше? Я даже не знаю. Ну, давайте за 75 посмотрим. Потом вот это возьмем. А, кстати, нам вон кувшинку дали. Или как она правильно называется. Что еще? Скажите мне, скажу я вам. За 75 возьмем вот это. Он вроде быстро появляется. Устанавливается. Так, и еще одно. Что еще можно взять? Мы с вами возьмем. Я даже не знаю. Чтобы интересное можно было еще вставить. А давайте бесплатную какую-то еще возьмем одну. Что без бесплатного у нас можно? Что нет? Ну вот это нет. Что-то это где? Где у нас бесплатный этот, который тормозит? Вот она. И его возьмем. Погнали, погнали, ребят. Усаживайтесь. Сколько я раз сказал усаживайтесь? 5, 6, 7, 8 раз? Отлично. Ага, кстати, у нас кувшинки некоторые уже по дефолту поставлены. Замечательно. Зомби идут. Так, это мы сразу будем тоже размещать. Так, давай, чувак, проходи, я кувшинку поставлю. Ага. Замечательно. Так, постой. Можно даже во второй ряд уже ставить. Эти кувшинки замечательные. Вот их. Так, куда мы еще? Сюда тебя посадим, чувак. Так, чувак, это рэпчик, куда тебе? Сюда, давай сюда. Хотя можно было запихать сначала туда. Шо он так долго, давай. Ля, ты чувак, это рэпчик. Ты что, что, мать моя женщина? Ах ты хулиган такой. Уничтожил тут у меня. Так, чуть-чуть не хватает, да? Кстати, тут, смотрите, у нас два с ведерком идут. Так, а как вас тормознить, что можно? Так, посадить, наверное, и вот так заморозить вас. Пока трудностей вообще не вижу я. Никаких. Тогда, в принципе, даже можно ускорить.
Монетки забираем. Пока веселый уровень. Пока мне нравится все. Отлично. И нам дали кувшинку. Да, это же кувшинка. Хотя кувшинка это вроде другой. Это как по-другому-то называется лист. Так, я не вижу, как лили. Лили, да, это, а не кувшинка. Какая кувшинка? Ты что? Стой. И, блин, награду надо было забрать. Ну, давай следующим заберем мы. Ну, в принципе, пойдем и так же, вроде все нормально. Ну, вроде, кстати, тут прилип, я смотрю, да? Ага, фига себе. Они еще не сразу. Ого, три волны сразу, отлично. Сейчас сюда, наверное, пока я тоже буду размещать вас. Хотя он, блин, зря замедлил, да, сейчас. Так. Чё нам, куда? Сюда идешь, чувак. Так, а чё я такой, почему не могу? А, ля ты, посмотри, я не могу, короче. Эх ты, нифига себе, чувак. Ты что? Ты что его, чувак? Ну ладно, кувшинки я не могу сажать этот. Так, давай, чувак. Так, я понял, ты сюда идешь, ничего страшного, пускай доходит сюда. Я, в принципе, даже могу и понасажать пока лишних. Так, а чё, слушай, уничтожит он тебе, интересно? Так, женщина, что вы позволяете себе, женщина? Остановитесь. Ага, уничтожил, да, смотрите. Так, я сюда горох стену хочу посадить. Вот так. Все, так, тут давайте мы снесем лишнее. Так, вижу, куда нужно посадить нам. Тихо. Слушай, а ты как-нибудь активироваться можешь? Тут мы тоже давай убираем тебе, чувак. И сажаем. Ну и все, и можно. Давай, замораживайся. А что, ты не посадился, что ли? Нет. Так, а вот что-то съели, я услышал. Хулиганы! Ускоряемся, да? Замечательно.
Ой, как все на изи идет, эх. Правда, потом-то я-то уверен, что у коны мои не сгорай-то будет. Так, сейчас надо награды забрать. Даже две награды какие-то мы за что-то получили с вами. Или я то? Ага. Замечательно. Следующий уровень. Так, это у нас третий уже будет, да, сейчас уровень? И что это за уровень? Лята, это же с мини-игрой уровень. Офигеть. Вау, еще и плюс с бустом. Зря я сейчас, кстати, да, просто так пустил его. А хотя можно было вот сюда еще посадить. Так, пока горох стрел не будут сажать, потому что он все равно сейчас этот... А, нет, горох стрел обычный. Я понял. Обычный вот горох стрел, он буст имеет. Так, это с бровями, да? Да. Замечательно, это мы забираем с вами. В два ряда можно сразу посадить. Стой, 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 забираем. Мини-игрушки, я вообще... У меня слабость к мини-игрушкам. Только и собирай награду. Так, ну давайте звалить его. Я заберу. Кстати, смотрите, больше нету этих горохострелов. Мне не дают. Так, стой, стой, стой. Ухватили. А вот тут сейчас его сожрут, походу. Нет, нет, нифига себе. До чего технологии дошли. Так, стойте, сейчас. Использовали. Ага. Все-таки одного сожрали. Замечательно. И нам сейчас пиньяту при том должны вроде бы дать за четвертую. Так, это третий. Ага, какие-то карлики маленькие появились. Походу, большие ценники какие-то. Так, тут-тут-тут. Ну, тут не хватает серединки. Прилив идет и... Так, стой, подсолнух еще я забываю ставить.
Так, не туда нажали. Так, по 75 не будем спешить. Так, и сделаем вот так вот, да? Сделаем вот так вот. Стой, подожди. Да, мину надо было давно поставить, кстати. Куда еще тебя можно? Так, что, мне не хватает солнышка одному. Че, чуваки, это кто такие? Кто такие, чуваки? Чувак, это рэпчик. Так, воспользуемся бензоколонкой. Где у нас еще опасается за нашу жизнь? Что-то они там съели, что они там съели. Так, подожди, не успевай за всем отреагировать. Так, куда еще тебя можно сюда запихать? Хотя зря я что-то туда поставил. Ага, паршивцы. Так, подойди, сюда направляется, блин. А, ну тут вы в безопасности. Тихо. Вовремя увидел. Замечательно. Еще подсолнух перед смертью ты дал. И, в принципе, давайте воспользуемся, что мы уже. А то копим, что мы копим, все. Так, подсолнух убираем. Вместо него ставим бананчик и давайте, в принципе... Застраивать еще. Так. Ну и все, по идее. Так, мы тебя обновим. По идее, прошли мы. Замечательно. И пиньяту получили. Очередная минная игра. Так, ну эти вот это растение я помню. Кстати, которое поглощает вниз, знаете? Он засасывает, типа. Засасывает под воду. Это как водоросли, да? Просто морские водоросли. Кстати, у нас только 3 клетки, смотрите, офигеть. Дается.
Пока их не буду размещать, в принципе. Сейчас, если какой-то прям критический будет, если они тут прям будут доходить и... Ну, один горох стрел, видите, не справляется, реально. Походу нужно, да? Разместить, потому что реально не спасается. Не справляется. Так, чувак, это рэпчик. Кстати, вот это... А, не смог. Фу-фу-фу, все-все-все. Кстати, по гриб... по орех вообще непонятно. Коцается, не коцается он. А, ну, чуть-чуть коцается, да. То непонятно. Угу. Разместили. Тихо, чувак. Чувак, это рэпчик. Ага, подожди, а у нас тут, смотрите, эти. Тихо, тихо, чувак. Он двоих сразу затащил, замечательно. Вот эту надо еще подхилить. Блин. Так, вот тут, наверное, и вот тут. Кого еще тут? Ты сможешь утопить его? Замечательно. Так, а ну это последняя все атака, да, получается? Так, слушай, подожди, а ты вообще сколько топишь? Несколько или... Или как вообще работает эта система дюпеля? Замеч... А он, кстати, двоих, да, сразу даже хватает царить. Не одного, а двоих. Так, ничего там не было награды, да? А, награды ничего нет. Так, две клетки, смотрите, охереть. Еще чувак подводный. За нас, кстати, выбрали уже, смотрите, офигеть. Блин. Фига себе. Ну, давайте. Блин, две клетки, конечно, это такое себе удовольствие.
Ты ешь, ешь, ешь. С удовольствием кушай. Блин, зачем я сюда двойной поставил? Чувак, это рэпчик, давай. Немножко не сюда надо было, так. Так, я еще не на все, блин, поставил, да? Не хватает мне даже. Ну, сюда, сюда еще, да, двоих мне нужно, блин. Давай, чувак, это рэпчик, где ты? Спасай, помогай. Так, куда тебя? Сюда, блин, не, сюда, сюда, не сюда поставил. Подожди, чувак, я не вижу, что там снизу творится. Они дошли просто. Я вижу. Так, это топить. Так, ага. Так, а это какая волна? Я понял. Это блестящая волна, да? Я волна. Новая волна. Подо мной кружит вся страна. Так, ты тоже, блин, получаешь, да, маг, да? Куда, куда тебя? Тут стоит, тут стоит. Чё, вот я не знаю, вот тебя что ли, наверное? Блин, сюда еще надо. Замечательно, получайте. Так, а тебе тут... Давай, доходи. Доходяга. Блин, все-таки прошел, смотрите, паршивец. Так, что, не хватает 25 солнышек, давай быстрей. 25 солнышки. Эй, тихо, чувак.
Так. Блин, а ты что, не смог, что ли, получается? Не смог, да? Так, а... Ты что? Блин, блестяще, так. Иди так, тебя сделаем тогда. И вот так. Ух. Ну зато монетки не потратили мы. Замечательно. И нам, в принципе, дали вот это самое растение, которое затягивает водоворот событий. И пиньяту дали, да? Пиньяту, да, пиньяту. Кстати, что там третий левел, чего получить? Пятый левел, ремендинг. Так, мы до какого с вами дошли сегодня? Мы с вами до седьмого дошли. А, замечательно, 6 уровней с вами прошли. Это хорошо, в принципе. Что нас ждет впереди? Какие-то штуки, которые от стен вроде отрикошечивают. Я помню, вроде бы один раз мы с ними играли. Давайте, ребята, ритуалочку знаете. Лайк, подписка, коммент, с меня видосик. Вот такое замечательное приключение. Большая волна. Как я забыл? Большой пляж волны, вроде бы так. Лайк, подписка, коммент, видосик с меня. Не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения. С вами был Лайков Гейм, всем пока.